это вспомнил, как в детстве, маленький, я не знаю, мне лет 5-6, наверное, было, в пальто зимой, по-моему, по весне, дворняги, собачки во дворе, короче, там, одна другую, что-то делает на ней сверху и шевелится, короче. По-моему, даже они прилипли друг к другу, не могли разлипнуться. А чё я маленький? Такой думаю, чё это они прилипли друг к другу? Чё это они делают? Ну и давай, короче, палкой, которая сверху бить, короче, палку взял такой сверху, бум-бум, ту собаку бью. А они малюсенькие, ну как маленькие такие, ну крепкие такие. А мне кого, 5 или 6 лет, я вот до сих пор помню, в пальто. И одна, которая сверху была, сначала гавкала, рычала, потом на меня как прыгнет с зубами, такая челюстью. И прям в лицо мне не такая. Я раз руку выставил, а она мне такая в руку вцепилась. Я стою такой, короче, и держу ее на руке такой. Она болтается такая, руку дерет. Уже, видать, взрослая собака. А я кого там, малюсенький, 5-6 лет мне было. Короче, вот такая вот фигня. Что-то вспомнилось про собак. Бывает же такое.